Всем привет, с вами Димон на Первом Игровом. Очередное видео про награды. Сегодня у нас среда, 21 февраля. Ну и мы, конечно же, сейчас откроем награды за Good Champions. Мы откроем награды, получим специальные коллекционки и используем их специальные паки. Так, у нас вышли новые чит-карты. Это Elites. На экране справа видно. Ну и, конечно же, вот Milestones. Макар вырастет 94, у кого есть Тотти. Дразайдл 93, Демка 92, Хедман появился. Может быть, что-нибудь из этого выпадет. Будем смотреть. Ну и Life Moments. Так, пойдем мы сюда. Нажимаем на L2. И выбираем 18 сезон. Завершили 11 побед. Так, открываем 7 коллекционов Good Champions. Переходим в Sets. Ну, выбираю 6 коллекционок. У меня уже 4 есть. Значит, добавляем 2. И останется еще потом у нас 5. И потом, когда мы сыграем в Rivals, получим одну. За выполнение задания мы еще раз откроем. Только попозже. Нажимаем на R2. Ultimate Choice Pack, пак выбора, 5 раундов, 15 игроков. Поехали. Ну вот Бобровский, вратарь. Что-то есть. Так, 84-е две карты. Ну и 5-й раунд. Ну скажу, неплохо, неплохо. 88-я карта. Тимзовик и 84-я. Да, 4 карты Тима Узовик, такого еще не было у меня никогда. Ну вот такое видео награды за ХЧ. Возможно, следующий пак мы откроем, когда заработаем за Rivals коллекционку во втором диви. Возможно, откроем в субботу. А так, следующее видео будет завтра по наградам Rivals. Ну и, конечно же, потом битвы отрядов. Вот такое видео было на этой неделе, февраль, 21 число. Спасибо за просмотр, не забывайте оценивать видео, подписываться на канал. С вами был Димон на Первом Игровом. Всем пока-пока!